Мы нашли белку. Она Наталья дает белке печеньку. Сколько же мы накормили народу индийской печенькой? Ах, хвост задрала, ест. Не бойся, еще есть печенька. Смотри, яблоко кинули, целое яблоко кто-то. Иди сюда, где она? Вон целое яблоко валяется. Наверх. Слушай, одним печеньком мы накормили сегодня. Слушай, во корму улучшили. Да, я сколько мы народу. Нет, двумя лапами держите. А вон она, я ее вижу, вон она наверху. В расщелине, вот видишь, веточка отходит, сидит, жует. Сейчас я ее попробую с той стороны сниму. Нет, ее с той стороны не видно. Хорошо, я сейчас тогда переключу на фотоаппарат и будем ждать еще удачного кадра. Сейчас у нас получилось удачное видео с хвостом таким торчком. Для чего мы сюда пришли? Мы вообще искали лабиринт на самом деле. А мы белку кормим, причем ждем пока. Белку, нам явилась белочка. Явление белочки. Все ее видят или только мы? Вон она, красавица. Ты спускайся. Ты ей слишком большой кусок дала. А я как-то не успела отловить, она мне... Не успела отнять. Я вкусить в белке. Отжать у белки хлебушек. Ну пойдем, она, видимо, долго там будет. Что-то она, да. Спускайся.